Добро пожаловать в игрушку под названием Deaths of Horror Mushroom Days. С вами канал The AlexPlay, и это первый взгляд. Усаживайтесь поудобнее, приятного всем просмотра. Первое, что нам бросается в глаза, это большой паук. Но на самом деле это кажется, что он большой. Вы посмотрите на его брюшко. Это не брюшко, это глазное яблоко. Учитывая, какого размера глазное яблоко, значит, паук не такой уж большой. Но это не делает его менее страшным. Мне кажется, он еще страшнее и противнее. Ну что ж, давайте, в общем, поиграем. Спасибо за то, что зашел на мой канал. Надеюсь, подпишешься. Начинаем. Еще много соберу грибов и пойду домой. А, немного. Боюсь заблудиться. Мы в каком-то... А, вот грибы. Мне надо грибы, да, собирать? Это поганка. Получен достижение, странно. Так. Так, мне надо грибы собирать или не надо? По-моему, уже не надо. Прикол в том, что я ничего не вижу, никакого инвентаря. Что это? Подожди, я не понял. Камень упал, что ли? Что-то непонятное было. Идем дальше. Я вижу хижину, для чего она здесь? А, вот хижина, да, действительно есть хижина. Давайте подойдем поближе. Очень странная хижина. Какой-то сарай, больше на сарай похоже. А там... Подожди. А вот она, дверь. Открыта. Дверь заперта. Возможно, где-то поблизости спрятан ключ. Надо ключ найти поблизости. Да ты серьезно? Может, под камнем? Блин. Поблизости. Именно поблизости. Ну, где я буду искать? Тут только два камня. Поблизости спрятан ключ. Он маленький? Как я его найду? Или большой? Под каким-то камнем, может быть. Что, тут есть какой-то камушек. Может быть, под ним будет ключ лежать? Да! Точняк. Достижение дали. Боже мой! Да в смысле? Еще немного соберу грибов и пойду домой. Боюсь заблудиться. А кто меня стрельнул-то? Какого черта? Что произошло? Боже, если... А, там я уже был, написано. Это что, клен, что ли? Ну, туда не надо, туда нельзя. Ладно, возвращаемся назад. Но я уже знаю, где лежит ключ, так что будет проще. Я правда не понял, что произошло. Меня кто-то стрельнул, по-моему, да? Подожди, а может быть не надо открывать? Ну я сразу открыл, и меня убили. Может как-то сбоку, может открыть и убежать, я не знаю. Может попрыгнуться нельзя? Так, ну вот хижина. Вот она хижина. Нам туда попасть. Так, берем ключ. Ну возьми ключ ты этот. Кто это? А, это ловушка! Это ловушка, наконец-таки я фонарик взял. А я не могу взять ружье? Пригодилось, мне кажется, ружье. Блин, прикольно. А кому это надо было? О! Там ящик какой-то был, сундук, я не смог его открыть и куда-то упал. Что, где я? Кажется, я повредил ногу. А вот фонарик мой. Возьми фонарик. Так, окей. Отлично, теперь мне нужно выбраться отсюда. Я не понимаю, где вверх, где низ? Что-то достижения за достижением идут подряд. Блин, ну я не хромаю. Класс! Теперь я весь мокрый. Окей. Очень холодно и сыро. Да, вроде спокойно. Ну, явно надо идти вперед, потому что мы далеко падали, да, высоко было. Наверное, назад я не так просто не выберусь. Блин, вот это, конечно, подстава, это жесть. Проклятие, развилка. В смысле, три стороны? Так, а как там в сказке? Налево пойдешь, что-то там тебе конец, направо тоже конец, и прямо что-то там тоже будет. По-моему, прямо надо идти. Кстати, я забыл, как эти называются. Висят, которые
образуются из породы, в общем, камня, и свисают такие сосульки. Ладно, не суть важна. Давайте прямо пойдем. Налево пойдешь, смерть свою найдешь. Направо пойдешь. Там мертвец. Изучить. А что мне с этим делать? Я не знаю. Он не знает, что с этим делать. Возможно, мне надо какой-то инструмент найти, что ли. Чтобы по косточкам его разобрать. Ладно, я думаю, мне надо в каждую из сторон пойти и изучить. Возможно, в какой-то стороне будет ловушка, я думаю, да? Наверное, налево все-таки была ловушка. Хотя не будем зарекаться. Кажется, я заблудился. В смысле, точно? А, тут тупик. Капец, тут тупик. Значит, налево все-таки надо идти. Ну ладно. Пойдем налево. Налево так налево. Пока, в принципе, ну, нету ничего такого страшного. Я боюсь, что я этого паука увижу. Интересно, он маленький или большой будет? Так, ну туда назад мы точно не пойдем. Вот, теперь давай в левую сторону пойдем. Паутина? Это паутина большая! Твою ж мать. Я могу порвать ее. А паутина? Надеюсь, здесь нет пауков. Твою ж мать, мне кажется, есть. Там что-то светится красным. Косточки какие-то. Тут можно вверх пойти, а можно туда. Что там такое? Там что-то красное. Кажется, я вижу руду. Это руда? Серьезно? А, руда, но мне это не нужно. Возможно... Блин, точно не нужно? Может быть, все-таки пригодится? Даже куча денег стоит. Ну, согласен. Сначала главное найти выход. Зачем тебе руда, если ты не можешь выйти? Так, кости, паутина. Мне нужно добыть что-то острое. Окей. Ну, кирка, наверное, нужна, я думаю. Клинок, может быть, какой-нибудь. Яйца! Мать его, мы яйца, ребята, тут, кажется. Если туда пойду, я упаду. Надо как-то обойти это все дело. Я что-то вижу. Яйца. Это яйца, ребят. А, коконы пауков, мерзость. Туда лучше не падать, и то умру. Так, снова вода. Главное не упасть туда. Ну, иначе, блин, типа, достижение получим, наверное. Я не знаю. Ладно, не будем проверять. Еще одна развилка. Я думаю, мне следует идти прямо. Ты серьезно? С чего ты взял, что тебе прямо надо идти? По-моему, тебе нифига не прямо. Тебе не прямо, тебя сидят сейчас. Там паук. Он скребется. Скребется. Слышите? Да, там что-то красное. Это руда или это... Это глаза паука! Это паук был! Откуда я начинаю? Блин, я с самого начала начинаю. Тебе... Блин, капец. Ну возьми ты фонарик. Ну прямо не надо было... Я знал, что прямо не надо было идти, окей. Вот она развилочка. Еще одна развилка. Я думаю, мне следует идти прямо. Конечно, нет. Прямо тебе точно надо идти. Прикол в том, что вначале нам показали, что красная светится это руда. А также... Это глаза паука. Красные глаза. И поэтому ты типа думаешь, а, это руда, сейчас ничего не будет. Пойду подойду ближе. Не стоит. Слушай, я сейчас могу подогнаться. Я подумаю, что это паук, а это буду... А это будет руда. Что-то мерзкое слышит. Я боюсь. Ну, я сейчас вправую, через правую сторону иду. Блин, там паук. Ой, боже мой. Подожди, а куда идти? Возвращаемся назад тогда. Там явно паук был.
А куда тогда идти, я не понимаю. Ну прямо нельзя, налево нельзя. Ой, ну прямо направо нельзя, значит налево. Пойдем налево. Надеюсь, это будет правильная сторона. Или в принципе туда-сюда не надо пока что идти. Пожалуйста. Только не глаза паука. Чё бежит? Да вон он бежит! За мной бежит! Да блин! Он за мной бежал, надо было быстрее просто шевелиться. Но я заново опять начинаю, я это понял. Блин. Ребята, тут где руда? Смотрите, видите, в этот раз мы туда шли, получается, прямо. А можно повернуть в правую сторону. По-моему, мы здесь не были. Давайте, даже если мы погибнем, мы хотя бы изучим это место. Тут, если аккуратненько обойти. Я надеюсь. Слушай, а мы, наверное... А не сможем, смотри, аккуратно, если... Может, там что-то будет интересное? Нет? Блин, тут тупик, ну какого черта? А если вниз ее упаду, где я окажусь? Там мертвец. Блин, я вначале упал, где мертвец. Окей. Ну, теперь я буду знать. Вот она, развилка. Теперь, я думаю, просто нужно по левой стороне быстренько пробежать. Когда погонится... Вот он. Он уже бежит, по-моему, да? Я что-то слышу мерзкое. Он сейчас побежит к нам. Надо просто бежать, не оборачиваться. По идее, да. Лучше не будем оборачиваться, просто пробежим. Иначе он нас догонит. Это самое правильное решение. Она бежит сюда. Просто пробегаем. Вот она! Да блин, я же почти... Нафига, я обернулся. Надо было просто туда упасть. Я что-то слышу мерзкое. Ну просто бежим, даже не поворачиваемся. Если повернемся, то скорее всего он нас опять съест. Надо просто добежать и прыгнуть туда вниз, я так понимаю. Вон он побежал, побежал. Быстрее, 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 быстрее. Просто падаем, просто падаем, просто падаем вниз. Давай, давай. Фу. Что это было? Я хочу домой. К маме. Это руда, боже мой, можно подогнаться. Ты можешь подумать, что это глаза паука. Это руда, это такая подгоночка, я думаю, специальная. Очень сильно похожи. Руда, но мне сейчас она не нужна. Так, окей, продвигаемся дальше. Возможно, тут еще будут пауки. Опять паутина. Тут явно еще будут пауки. Просто все набегут на меня маленькие вот эти противненькие пауки. Это будет жестко. О, подожди, кто-то подвешен. Что это за... херня? Чего? Будто бы звездное небо какое-то. Я могу толкать это? Офигеть. Я думаю, это люди, ребят. Я думаю... Жуть какая. Я думаю, пауки про запас подвесили себе жертв, людей. Возможно, они выползают наружу в поисках человечины. Охренеть. Но, возможно, это случайные путники, которые попали сюда. Боже мой, я не хочу на их месте оказаться. Кажется, там можно пройти. Ты уверен? А, мне нужно чем-то сломать это. Кирка. А, вот, кажется, да. Все, я поднял кирку. Это не пригодится. Боже, там же руда была. Кстати, я смогу руду добыть, если я вернусь назад? Может, ну, это, типа, может быть, для ачивки, для достижения. Давай посмотрим. У меня же есть кирка теперь. Вот она, руда. Давайте проверим. Ну-ка. А, руда, но мне это не нужно. А, к сожалению, пока. Но, может быть, потом пригодится. Ну, в общем, тут дело не в том, то, что, типа, у тебя кирка в руках. Нет. Ему, в принципе, это не нужно. Ну, странно как-то. Я бы взял камушек. Почему бы нет? Проходим дальше. Зачем кто-то завалил проход?
Ну, может быть, просто обвал был какой-нибудь. Я не знаю. Игра сохранена, отлично. Это неплохие новости. Продвигаемся дальше. Слушай, ну прикольно так по пещерам побродить. Мама, это ты? В смысле? В смысле, мама? Какого черта? Он выбраться не смог, а я смогу. А он в паутине, да? Блин, ты так уверен? Ну, в принципе, это хорошо, типа, быть позитивным, настраивать себя на положительные мысли. Мне кажется, я схожу с ума. В смысле? В смысле он сходит с ума? Я не понимаю. Я ничего не вижу лично. Что он видел-то? Я не видел никакую маму. Может, у меня баг какой-то случился? Ах ты, блин! А чё мне... А чё мне надо было сделать-то? Какого чёрта? Так, я боюсь прямо идти, там паук. Может, развилка какая-то есть? Мне кажется, я схожу с ума. А куда я спрячусь от него? Он сейчас должен выскочить. Может быть, назад побежать? А где он выскочит-то? А, вон он, вон сидит наверху. Подожди, а что я должен сделать? Капец. Да вон наверху, видите? Твою ж мать. А как я пройду? Он спрыгнет же. Да блин! Я не понимаю, как я его пройду. Вот он, паук, ребят. Мне кажется, я нажал на shift. Давай попробуем просто вот аккуратненько вот так пройтись без шифта. Не шифтуем. Твою ж мать. Ну, кажется, получается. Просто аккуратненько. Как можно тише. Главное еще не наступить ни на какую-нибудь там веточку, ни на камушек. Фу, кажется, да, обошлось. Все, уходим. Можно шифтовать? Да, давай побежали. Но главное следить. Отвратительно, мне нужно быть осторожнее. А что такое там опять? Опять паук, что ли? Я не понял. Чего отвратительно-то? Давай на всякий случай медленно пойдем. А вот опять паутина. Можно туда пробовать пойти. А можно в левую сторону? Я даже не знаю. Куда идти? Вот там пропасть, я упаду и, наверное, разобьюсь. Хотя, если обойти аккуратненько, то я думаю... Аккуратнее, да-да-да, если аккуратненько обойти... То все будет нормально. Наверное, я правильно пошел, я надеюсь. Коконы пауков опять. Я кого-то слышу. Вон он. Вон он. Так, главное не бежать. Как надо обойти, что ли? Я смогу обойти? Охренеть. Охренеть. Какая херобора. Боже мой. Так, ну мы просто... Просто обошли. Я не знаю, что было бы, если бы мы по правой стороне пошли. Но, возможно, там ловушка какая-то была. А там будет сохранение, да? По-моему, там кто-то сидит. Это мина! Это бомба, мне нужно быть аккуратнее. Так, хрен с ним. Я хочу достижения. Так, откуда я начну? Смотри, я отсюда начал. Зато мы теперь сможем посмотреть, что будет, если мы пойдем по левой стороне. Чисто для достижения. А, я прям отсюда, где мама? Блин, ну ладно, аккуратненько паука надо будет обойти. Давайте попробуем пройти по правой стороне. Мне кажется, там будет какая-то ловушка. Но все равно интересно. Определенно. Ну да, ловушка. Первый раз я все правильно сделал.
Все, я готов. Проходим. Вот здесь будет паук. Я кого-то слышу, что там паук, да. Просто аккуратненько обойдем и, получается, вниз спрыгнем. Боже мой, какой же он противный. Охренеть. Бог ты мой. Главное не шуметь. Если я топну, если я нажму на shift, то он это услышит и побежит за нами. Не шифтуем. Ну, сейчас можно, в принципе, я думаю. Так, там минки, там тоже надо быть поаккуратнее. Юху! Твою ж мать, это бомба, мне нужно быть аккуратнее. Я стараюсь. Капец какой-то. Да как? Да как? Я так... Я же обходил аккуратно. Опять все заново, бог ты мой. Пробуем. Так. Я не знаю, давай с правой стороны обойдем. Игра-то не простая, а хардкорная. Вот тут я не знаю как, я второй раз... Раз я не смог. По праву точно не получится. Тихо, тихо, тихо. Фу, кажется, обошлось. Аккуратненько. Вот так. Так. Не спешим. Вроде все отлично, я надеюсь. Игра сохранена. Замечательно, боже мой. И каждый раз приходится заново доходить до определенного места. Ну вы же будете это все смотреть, правильно? Все для зрителей. Стараюсь. Так, значит. Я что-то боюсь бежать. Сталактиты или сталагмиты, что-то такое. Тут три ямы. Называются вот эти сосульки. Сталактиты, сталагмиты. Подожди, а в какую-то из них надо упасть, что ли? Я не понимаю. Твою ж мать. По-любому в какую-то надо упасть. Ну там где-то вода. А все, нормально. По-моему, я с первого раза угадал. А если бы я не в ту упал? Надеюсь, я сделал правильный выбор. А, возможно, я неправильно сделал выбор. Блин, я боюсь бежать. Потихонечку пойдем. И музыка прекратилась. Он может где-то прятаться. А, ну тут вроде нету его, ладно. Повсюду паутины и коконы. Но назад я в любом случае не смогу забраться. То есть, если даже там будет паук, надо будет вперед продвигаться. Причем, если он не будет спать, если он будет стоять на полу, то мы его никак не обойдем. Хоть ты медленно будешь идти, хоть быстро, он все равно на тебя нападет. Или это паутина просто? Да, это, скорее всего, просто паутина, но похоже на сосульку. Я чуть не побежал. Он заметил меня. Но по идее он ничего не должен мне сделать, да? Мы уже проходили. Как же их много, этих пауков. Тише, тише. Я знаю, что надо тише. Как можно тише. Ребят, вы тоже не шумите, не надо. Я подряд просто один за одним. А если один побежит за мной, что мне делать? Мне же нельзя бежать. Какие они страшные, противные, мать его. Кто придумал вместо брюшка делать глазное яблоко? Ведь пришло же в голову, да? Причем это не маленькое глазное яблоко, а большое. Оно больше нас в раз 10, наверное. Не в 10, ладно. Надеюсь, больше их не встречу. Ну, примерно как мы, да? Только, ну, если нас как бы раз... Я даже не знаю, как сказать. Если 10 человек в комок сжать, вот такое будет глазное яблоко большое. Но по размеру, да, примерно с человека. Так, ну ладно, можно бежать, раз... Хотя главному герою что-то не особо хочется верить. Один раз он сказал, по-моему, надо идти прямо. И прямо была так как раз-таки ловушка. Я кого-то слышу. Опять паук. А что делать? Ну, паук опять. Определенно паук. Твою ж мать, вон они двое. Туда вниз не надо падать. Тут лучше, наверное, не шуметь. Если я побегу, они, наверное, поползут по стенам и меня съедят. Жуть, не хотел бы я туда упасть. Да, там их куча. А у меня же кирка есть, я смогу, думаю, дальше пробраться.
Железная дорога? Шахта. Выход близко. А нельзя на вагонетке поехать, нет? Так, ладно, побежали пока что. Может быть, еще будет больше паук, я не знаю. Пока вроде тишина. Ой, паутина пошла. О, опять минки. Так, ну я смогу аккуратненько их обойти, думаю. Я не знаю, будет еще что-то? Из, по сути, таких опасных препятствий. Это пауки и минки. Зачем ставить бомбу в шахте от пауков? Эти, возможно, типа от пауков поставили. Ну, не рядом же друг с другом. Иначе цепная реакция пойдет. Мне кажется, надо подальше друг от друга. Тут прям рядом, видите? Если одна взорвется, то все взрывается. Слушай, ну как они умудрились вот здесь яйца свои вынести? Там тут лежит. Как они умудрились? Как они прошли вообще вот это все? Ну-ка. Он выбраться не смог, а я смогу. Опять то же самое. Ой, что-то много паутины. Нам вниз, что-то мы все глубже и глубже спускаемся. Так, раз. Два. Игра сохранена. Я на вагонетке поеду, нет? Вагонетки, помню, как работал в шахте. А, он бывший шахтер, наверное, да? А мы вообще пошли за грибами, по сути, да? Мы грибничьи. Я не знаю, ну грибы, видимо, уже я там потерял. Да он сзади бежит. Проклятие, я должен бежать. Я бегу, что есть силы. Просто не поворачиваемся, просто бежим прямо. Просто прямо. Так, главное не ошибиться, я не знал, куда бежать. Так, догнать он нас не может, дай. Что делать? Их становится все больше и больше. Я даже оборачиваться не хочу. Я не знаю, сколько их там бежит за нами. По-моему, двое бегут. Я берусь, меня съедят. О! Видели? Там только на стоп-кадре посмотреть, сколько их там. Куда? Куда бежать? По-моему, это уже трое их там. Не, если я берусь, определенно меня съедят. Ну нафиг. Тут динамит. Да почему? Я же... Блин. Я же хотел ее открыть. А как? Так, сейчас направо, да? Надо повернуть. И как-то надо это быстро открыть. Ага, третий паук. Три паука бегут. Блин, если повернем, что тут тебя съедят. А, я не знаю, как там. Просто взаимодействие надо жать. Начало дороги, там выход. Или дальше пробежать. Что сделать, я там не понял. Вот здесь, ну там же тупик. А куда? А куда мне надо было там? Там закрыто же. Поднимаемся наверх. Где-то здесь должен быть ключ лежать. Давай. Вот он. Ну-ка. Подбираем. Бежим дальше. И наверх. И сразу наверх. Да! Мы выбрались? Я сделал это. Получилось. Будет какая-то заставка? Мне нужно поспешить домой, рассказать о том, что произошло. Вот так я провел национальный день грибов. Отличный просто денек был. Веселый. Конец. А, серьезно? Это такая короткая игра, что ли? Спасибо, что играли. Блин, ну тут, по идее, если ты знаешь, как играть, то тут, ну, 20 минут геймплея всего лишь. Так, и все, и дофига грибов. В общем, такая вот игрушка. 100 рублей стоит в Стиме.
надеюсь, вам понравилось. Там ставьте лайк, пишите комментарии. Спасибо за просмотр. Увидимся в новой серии. Всем пока-пока. Ну, я про то, что будут другие хоррор-игры. Так что поддерживай, если хочешь больше хоррор-игр. До скорого.